Друзья, я рад снова приветствовать всех на канале Fire TV. Прошло уже полгода с момента выпуска последнего видеоролика, и в первую очередь я бы хотел извиниться за свое долгое отсутствие. Это будет вторая попытка вернуться на YouTube, и благодаря вашей поддержке я думаю, что у меня все получится. Хотелось бы поблагодарить тех людей, которые все время просили меня снять что-нибудь новенькое. И наконец, 14 ноября это свершилось. При создании канала была проделана огромная работа, и в целом у меня получилось достичь какого-никакого результата. 2000 подписчиков — это не очень много, но с каким трудом я доходил до этой отметки, и поэтому бросить канал будет неправильным решением. Сперва мне интересно почитать в комментариях, что вы ждете на Fire TV дальше. Лично мое мнение, нужно отходить от темы коллекционки и больше времени уделять FIFA 18. Но это лишь мое мнение, ваше я буду ждать в комментариях под этим роликом. А теперь давайте посмотрим это небольшое видео и надеюсь, оно вам понравится. Сегодня мы распакуем письмо из Англии, это карточки Манчестер Сити, и откроем пару пачек наклеек из того, что у меня осталось. Давайте начинать. Начнем с самого интересного. Наконец-то мне пришли автограф карты игроков Манчестер Сити. Также здесь есть и другие приколюхи. Все, конверт пустой. Первое, что у нас в этом письме, две наклеечки Манчестер Сити. Кстати, если вы хотите получить такие же автограф-карты, я оставлю электронную почту клуба в описании. Две наклейки. Бумажка с адресом Манчестер Сити. Кстати, вот здесь как раз и есть электронная почта Man City. @mancity.com. Журнальчик с Яя Туре. Он на английском языке, я сейчас быстренько пролистаю. На нем останавливаться мы особо не будем. И переходим к самим карточкам. Автографы здесь напечатанные, не поставленные маркером. Но карт очень много, и они очень красивые. Обратная сторона у всех одинаковая. Просто адреса соцсетей клуба. Карточки этого сезона. Звезда FIFA 18. Уокер. Кстати, иногда я вот смотрел фотографии, высылают и другие альбомы. Не такой с Туре, я. Но бывают и другие. Браво и Серхио Агуэро. Жалко, конечно, что автографы не настоящие, но все равно... Очень приятно было получить такое письмо. Давайте откроем немножко наклеек. Давно я этого не делал, если честно. Как видео перестал записывать, так и, естественно, не открывал паки. Дорога на чемпионат мира. И еще у меня остались паки Лига чемпионов и FIFA 365. Калинич. Потом обязательно внесу эти наклейки в списки на ласте. Смотрите мои повторки. Если у кого-то будет от 20 хотя бы 20 наклеек, можно будет обменяться. Начнем какую-нибудь коллекцию закрывать. Сантос. Особо звездных игроков здесь нет. Из первых пяти. Переходим ко второй пачке. Ковачич. Еще я не знаю, как снимает на самом деле телефон. Надеюсь, что вам будет видно. Миранда, Бразилия и Рахим Стерлинг. Сильва. Артем Дзюба. Филейни. Диего Коста. Четвертый пакетик по дороге на чемпионат мира. И парочку из ЛЧ откроем. Федор Смолов попался еще. Не только Дзюба сегодня. Два форварда сборной России.
в одном видео. Хотел я снять видео по коллекции FIFA 365 2018, но были нужны деньги, и я его просто продал. Он мне достался бесплатно. Заказывал я его на сайте CardPlace. Ссылка будет на магазин в описании. Алексис Санчес. Арсенал. Корея и Гайтан. Атлетико Мадрид. Бартер и Папастадопулос. Людогорец. Слимани и Руис из Спортинга. Давайте еще одну пачку открою. Что там осталось? Штук 10, наверное. Так, потихонечку их и дооткрываем. Без видео я не буду, а на видосы, может, еще выпущу. Карим Белераби. Тоже такой нету. Очень крутой, блестящий стикер. Суарес и Иньеста, Барселона. Кастро и Рот. Гусев и Буяльский. Тумбия и Гацкан. Уже, наверное, вышла новая Лига Чемпионов, по крайней мере, карточка. Если честно, я уже не слежу за коллекционкой. И на канале, скорее всего, больше будет видосов по FIFA, больше будет стримов хотя бы один раз в недельку. Я думаю, мы снова вернем прямые трансляции. Думаю, потихоньку будем оживлять канал. Спасибо тем, кто до сих пор еще смотрит. И еще раз извиняюсь за такое долгое отсутствие. Всем пока!